Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві з виробництва зламостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Мова сьогодні піде про вуличні двері, термодвері, модель дверей «Моноліт Термо» у двостворчатому виконанні. Дверь «Монолит Термо», дверь 4 класса защиты от взлома, дверь с минимальным коэффициентом теплопроводности, дверь герметичная, дверь, у которой отделка рассчитана на агрессивную среду уличную, это солнце, это мороз, дождь, снег. Данный экземпляр – это «Монолит Термо» в двухстворчатом исполнении. Данный экземпляр – это дверь в стоматологическую поликлинику, где размер двери был обусловлен габаритами заносимого оборудования. Данный экземпляр также оснащен контролем доступа. Здесь установлен электроригельный замок. То есть можно будет позвонить в домофон, и с ресепшена можно будет открыть данную дверь. Данный экземпляр нельзя было сделать меньше, ниже. Нельзя было его сделать, само собой, одностворчатый. В данную поликлинику это единственный возможный вход, который можно было сделать такого размера, поэтому пришлось делать дверь двухстворчатой. В большинстве случаев, вот как в частных домах, другого рода помещениях, в принципе, двухстворчатую дверь есть возможность и имеет смысл заменить на одностворчатую дверь большого размера. Оставить условно там 95 сантиметров по ширине световой проем, то есть больше 95 сантиметров навряд ли придется занести какую-то мебель. Частного дома достаточно 95 сантиметров. То есть если это склад, само собой, бывает и должна заезжать техника, такелажная техника должна спокойно заезжать, поэтому размер проема светового нужно делать максимально большим. Двухстворчатая дверь – это с технической точки зрения одна из самых сложных конструкций, которая может быть, если ее рассматривать энергосберегающей. Так как, скажем так, сделать сопряжение створок там, где они соприкасаются в закрытом положении, сделать это место герметичным, сделать всю конструкцию с минимальным коэффициентом теплопроводности достаточно сложно. На складах с этим проще, так как склады, как правило, они условно либо холодные, скажем так, либо у них есть какой-то холодный тамбур, который отделяет улицу от теплого помещения, скажем так, буферной зоной, в которой поддерживается средняя температура между улицей и комнатной температурой, там, условно, 25 градусов. В таких помещениях ставить термодвери, в принципе, не обязательно. Но, как в данном случае, за дверью находится сразу же, условно, теплое помещение, ресепшн. Поэтому, если не было возможности сделать холодный тамбур, поэтому нужна была теплая дверь нестандартных габаритов. Предлагаю рассмотреть случаи, когда двухстворчатая дверь не всегда обязательна. И вот, допустим, при подборе двери на что обратить внимание, когда она действительно нужна. В частных домах, особенно в частных домах, часто оставляют размер проема под двухстворчатую дверь. Но что самое интересное, оставляя проем под двухстворчатую дверь, то за этим проемом находятся помещения, то есть остальные помещения, все уже отделены небольшими дверьми. Уже межкомнатные двери, они уже, скажем так, могут быть стандартного одностворчатого формата. В таком случае, то, что она будет двухстворчатая, уличная дверь, которая выходит на улицу, это все равно не решит вопрос с заносом габаритных грузов. То есть, да, ее можно будет открыть, но при этом во все остальные помещения будут узкие двери. И какой смысл было с вот этой огромной двери на улицу, если все остальные двери все равно меньшего формата. Поэтому, как правило, в частных домах задние двери, стеклянные, как правило, алюминиевые, то они делаются большого размера, большого формата. И, в принципе, крупногабаритные, там, условно, рояль. И, ну, и, как правило, задние двери, вот эти алюминиевые, пластиковые, они, как правило, уже и непосредственно и ведут в то помещение, в котором может располагаться очень нестандартный какой-то диван, очень какой-то нестандартный стол. Поэтому я уже занимаюсь 17 лет дверьми.
Вот часто обращаются люди, мне нужна двустворчатая дверь, как правило, это из-за того, что вот у меня такой проем. А при этом все остальные двери уже идут одностворчатые, ну, уже в помещении дальше. То вот такие проемы проще обыграть конструкцией двери. То есть визуально и, скажем так, в защитной конструкции металлической, весь этот проем можно, назовем так, обыграть одностворчатой двери, у которой будут широкие доборы, либо симметричные на две стороны, либо это будет смещен, скажем так, створка, открывающаяся в одну сторону, и вторая створка будет глухая. То есть визуально это будет не меньше, чем двустворчатая дверь. С точки зрения защиты, там не будет каких-то пустот, это все будет закрыта металлоконструкция, вся она будет равно защищена. Вот когда на случай монолит термо, это на 4-й класс защиты от взлома. Иногда можно наоборот из одностворчатого, ну, то есть проема, который был рассчитан на, скажем так, дверь шириной 1 метр, можно на каждую сторону наличниками еще добавить там условно по 30 сантиметров и тем самым визуально увеличить дверь. Ну, визуально она будет смотреться как большая там двухстворчатая дверь. Иногда таким путем можно пойти. Бывает по высоте не имеет смысла делать дверь, скажем так, до потолка. То есть имеет смысл сделать там условно самую большую высоту створки, там 2 метра 20 сантиметров. И остальное также добрать там фальшфрамугой. Вот этот внешний размер, его можно в принципе перенести и на внутреннюю сторону дверного проема. Изнутри тоже можно добрать доборами, наличниками, фальшфрамугами. То есть увеличить проем до того внешнего дизайна, который в принципе вы себе представляли. Но при этом скажу сразу, что бюджет на одностворчатую дверь и даже с вот такими усложнениями, когда вот эти фальшфрамуги, фальшстворки по бокам, он будет в разы отличаться, и он будет меньше, чем рассматривать дверь двустворчатую. Двустворчатая дверь – это фактически две двери. Эта створка будет хоть 10 сантиметров, хоть 30 сантиметров, хоть 50. Это все равно полноценная дверь, в которой как металлоемкость, вся соблюдена, как на основном полотне. Здесь такое же количество петель, антисрезов. И даже более того, ну, вот когда, если это варить по отдельности, эти две двери, это было бы проще, чем вот это варить в единой конструкции, чтобы сошлась вся плоскостность изделия. Это уже, можно сказать, высший, скажем так, пилотаж вот с точки зрения мастера, который делает вот такие изделия. А особенно, если эта дверь для улицы, условно, уличная дверь, это должна быть теплая дверь, то это еще накладывает еще большие требования по точности, по аккуратности, по материалам, которые здесь применяются. Поэтому бюджет на двустворчатую дверь и одностворчатую, это условно бюджет там чуть ли не в два раза может отличаться. Также бывают двери со стеклопакетами. Вот частные дома часто применяются двери с окнами, стеклопакетами. То в принципе, если размер проема там условно 1,30 м, 1,40 м, то да, имеет смысл сделать глухую створку по всей максимальной высоте. Стекло также подобрать максимально энергоэффективное, со всеми возможными напылениями, газами, которые наполняются камерой, для того, чтобы оно максимально было теплое, и сделать ее глухую. И вторую створку сделать полноценную, максимально большого размера, там, условно, 95 сантиметров. И навряд ли больше, чем 95 сантиметров, вам придется заносить какую-то мебель, оборудование. 95 сантиметров, это, как правило, достаточно. Теперь я расскажу о конкретно данном экземпляре. Это, как я уже сказал, монолит термо, дверь 4-го класса защиты от взлома. Термодвери – это двери с минимальным коэффициентом теплопроводности по полотну. То есть, условно, если здесь минус, там будет 20, минус 30, а в помещении плюс 30, то такая дверь, она будет комнатной температуры, то есть внешние и внутренние плоскости двери, они отделены максимально возможным количеством теплоизоляторов. В данном случае, вот как в монолитермо это реализовано, это внешняя панель идет МДФ 16 мм. За ней идет 6-миллиметровый теплоизолятор автомобильный. То есть мы уже получаем внешнюю панель
от металлоконструкции, отделенную 16 мм влагостойкого МДФ-фасада, который сам по себе, в принципе, неплохую дает теплоизоляцию. Но что самое важное, еще 6 мм автомобильного теплоизолятора, который, в свою очередь, не дает холоду, максимально его хорошо отсекает от металлоконструкции. Затем идет металлоконструкция, которая само собой заполнена минватой, но так как эта дверь взломостойка, здесь количество ребер жесткости, а они же получаются мосты холода, их такое большое количество, что если бы не было вот этого МДФ, не было вот этого автомобильного теплоизолятора, то по этим всем мостам холода все бы напрямую шло к внутренней панели. Затем идет внутренняя панель, которая также выполнена в нашем фирменном исполнении, термопанели. Она идет 26 толщины, из которых 16 мм это МДФ, мебельная плита, которая также дает хорошую теплоизоляцию, ну и звукоизоляцию, но в данном случае мы говорим о теплоизоляции. И 10 мм автомобильного теплоизолятора, который также клеится на металлоконструкцию, и вот эти уже остатки холода, он уже окончательно их отсекает. То есть внутренняя панель, она идет абсолютно комнатной температуры. Вы не будете в отопительный сезон греть улицу в данное время. Это, ну, особо важный аспект при подборе двери в частный дом. Теперь мы, допустим, разобрали по полотну. Парами та же ситуация. Парами, если ее сделать единым металлическим коробом, то там так же самое холод будет попадать на внешнюю сторону. И вот как по мосту холода полностью проходить в помещение, и внутренние плоскости рамы, они будут конденсировать, намерзать. Поэтому рама сделана с терморазрывом, опять же, нашим фирменным терморазрывом. Здесь площадь сопряжения внешнего контура рамы и внутреннего, который разделен теплоразрывом, она менее 10%. То есть менее 10% холода будет поступать с внешней среды к внутренней комнатной температуре. Дверь оснащена несколькими контурами уплотнения. Здесь первый контур уплотнения, он двойной. Второй контур уплотнения здесь также двойной. Все зазоры, все подобрано таким образом, чтобы это все не давало дополнительного давления при закрытии и все равномерно прилегало. По замкам. Замки для уличных дверей также особое внимание выбирается подбору замков. Мы соблюдаем наши правила. Это цилиндровый и сувальный замок. Сувальный замок – это тот, который нет возможности открыть без ключа изнутри. В частных домах это особо актуальная тема, так как разбив, скажем так, окно, там, либо отжав окно, можно зайти. Если бы это был цилиндровый замок, его можно было бы изнутри открыть. И все, то есть дверь открыта, уже можно выносить габаритные грузы. То есть и, допустим, для жулика, если он будет понимать, что дверь закрыта только на цилиндровый замок, и он только один установлен, то это даже может послужить поводом уже как бы туда залезть, так он будет знать точно, что он выйдет спокойно через дверь, ему не надо будет обратно там нырять в это окно. Поэтому соблюдаем правила сувальный и цилиндровый замок, соблюдаем правила всех дверей наших 4 класса и 5 и 6, у нас всегда цилиндровый замок перекрывает ключевое отверстие к второму, либо если это несколько, там три замка, то к остальным замкам цилиндровый замок перекрывает доступ. Все полотна замков подобраны таким образом, чтобы детали, все механизмы, они были гальванированы, качество гальваника, чтобы они не поржавели, не окислились, чтобы это все как бы не заклинило, то здесь как бы подбирается качественная гальваника на замках, подбираются механизмы, которые не имеют там каких-то суперусложнений, минимальных сопряжений деталей, которые, скажем так, при намерзании просто перестанут работать. Поэтому особое внимание уделено им, и они подобраны правильно. Петли, как правило, на уличных дверях также идет две петли. То, что там миф о том, что там 4 там петли, у меня будет 5 или 3. Наши две петли заменяют абсолютно 3 и 4 петли, если бы они были меньшего формата, если бы они были сварены с меньшей толщиной металла,
То есть у нас две огромные петли по 150 мм в длину. Это нашего производства петли, которые выполнены со специальной износостойкой стали, в которых стоят проверенные нами подшипники, закуплена огромная партия, которые проверены на твердость, на точность. Это не китайские подшипники, которые с мягкого металла, у которых абсолютно нет никаких повторяемости размеров, то есть те, которые просто отштампованные подшипники. Здесь не такие подшипники, здесь качественные, шлифованные, калиброванные подшипники, которые прошли на заводе термообработку, которые имеют максимальную твердость, которая для них нужна. По данному экземпляру здесь, как в принципе, любая двухстворчатая дверь, меньшая створка, она фиксируется на шпингалетах. Шпингалеты здесь тоже большого формата. Здесь 20-го диаметра направляющие, которые фиксируют. Здесь также полностью все соблюдены со стороны петель антисрезы. То есть, убрав петли, эта створка не выпадет, как и это не выпадет. И даже более того, почему я говорил, что это делать фактически две двери. Потому что вот эта створка здесь, вот в этом месте, металлоемкость на самом деле, она просто немыслимая. Почему она немыслимая? Если просто сделать здесь коробочек и все закрыть дело, и эта огромная тяжеленная створка, начнет фиксироваться на вот этой дохлой, если бы она была с меньшей металлоемкостью, то, во-первых, это были бы огромные вибрации при закрывании двери, но они бы просто были ужасные, они недопустимые. Но это видимая часть. А невидимая, это просто-напросто вот эта бы створка, она просто разрушила эту, то есть со временем эксплуатации она бы ее просто разрушала, и в итоге она бы вся деформировалась, разболталась, и дверь потеряла бы свою геометрию, потеряла целостность, и в итоге она перестала бы, быть герметичной, соответственно, от термодвери бы уже ничего не осталось. Поэтому вот в этой створке, вот именно в этом месте, здесь колоссальная металлоемкость для того, чтобы создать немыслимую жесткость. Так как если бы это была дверь в одностворчатом исполнении, то вот эта часть двери, она входит в раму, а рама она непосредственно скреплена со стеной. Само собой, что там с этим проще, то есть в данном, именно в двухстворчатых дверях, вот этой части это особое внимание надо уделять. Крепление, как и во всех наших дверях, производится на сварку, монтажные уши в зависимости от глубины стены подбираются, то есть длина монтажных ушей, забиваются костыли, все это на сварку крепится. Данный экземпляр, здесь я смотрю, на 13 монтажных ушей будет крепиться. Этого достаточно для того, чтобы в единое целое скрепить раму со стеной. Поэтому по термодверям, особенно по двустворчатым термодверям, как я уже говорил, это очень непросто, мягко говоря, это непросто. Просто сделать двустворчатую дверь в склад, там, металлическую, холодную, у которой там щели, у которой там она вся болтается, это просто, да, такую дверь сделать просто. Но если это термодверь, то сделать ее в двухстворчатом исполнении очень сложно. Для этого нужен опыт, понимание, какие материалы подобрать, какая должна быть конструкция, как это все смонтировать. Здесь абсолютно непростая ситуация с термодверями. Если вам будут нужны надежные защитные двери, термодвери, двери для улицы, если вам нужны будут взломостойкие сейфы, мы находимся в городе Киев, улица Вискозная, 3Б, здесь находится наш офис, здесь находится наше производство. С удовольствием вам поможем в этих вопросах. Всего доброго, до свидания.